После ожесточенных игр первого тура плей-офф в Ипатове в Краснодарский край спортсмены мотобольного клуба «Металлург» приехали изрядно уставшими. Часть мотоциклов требовала ремонта, игроки с травмами. Отдохнуть и восстановиться времени совсем не было. Но, собравшись силами и успев привести технику в порядок, 7 сентября видновчане одержали уверенную победу над местной командой «Агрокомплекс». Встреча закончилась со счетом 4-1. Всегда команда, играющая дома, показывает высокий результат. И ребята как бы выехали, были настроены на игру, дали нам бой, как бы, но результат на табло, как бы мы обыграли. Ну, играл как бы с травмой эти игры, ну, на таблетках. Не успев отдышаться, уже на следующий день «Металлург» играл со своим главным противником чемпионата России 2021 года – командой «Колос». В этом сезоне ипатовцы не дают видновчанам спуску. Дышат, что называется, в спины. Неординарное решение. Антон Гусев! Какая комбинация! Даже игроки «Колоса» не успели что-либо сообразить. Антон Гусев сильнейшим ударом, даже не пас, это удар был такой мощности. Видновские спортсмены делятся. Поле в станице Кирпильской, мягко сказать, плохое. На асфальте выбоины. Конечно, это и многие другие факторы усложняли процесс игры. Всю встречу обе команды шли на равных. «Металлург» забивал, «Колос» тут же сравнивал счет. В игре с командой «Колос» ворота защищать всегда тяжело, потому что в их составе есть всем известный Сергей Крошка. Человек, наверное, сейчас в России с самым сильным ударом, самым поставленным. Много мне от него доставалось, вот, поэтому здесь, конечно, ответственность, она удесятеряется, наверное, и трудность удесятеряется. Игра, естественно, вышла напряженная очень. А у меня какое-то, не знаю, такое умиротворение настало перед игрой. Как сейчас помню, на приветствие ехал, улыбался даже всем и зрителям, и соперникам. Ну, спокойствие было абсолютное. В четвертый период команды вошли с ничьей 2-2. Судейством и игроки, и руководство «Металлурга» остались недовольны. Говорят, это еще одна причина, по которой игра выдалась ожесточенной. Однако в этой встрече видновчанам удалось одержать победу со счетом 3-2. Что-то непонятное творится на поле. Антон Гусев забрал мяч, увел его с поля, чтобы команда «Колос» не смогла начать атаку, но сейчас Виктор Пустик подзывает Антона Гусева. На мотоцикле проездил 25 лет и уже более 15 лет тренер. Ну, такого хамского судейства, ну, не видел. Соревновательность пропадает. Люди, ребята тренируются много, что-то новое. Это не дают делать все время. Свисток, свисток на каждом метре. А так, про свою команду, про ребят, конечно, просто молодцы. Они после «Агрокомплекса» были синяками, после «Ипатова», если они сейчас снимут, они просто все синие. Сейчас видновские спортсмены уже на родной земле восстанавливают силы и чинят мотоциклы. Следующие игры у «Металлурга» 16 сентября. Они встретятся с командой «Колос» из «Ипатова». И 18 сентября с командой «Агрокомплекс» из Краснодарского края. Юлия Погосян, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова. Видно этого.